Развитие туристической инфраструктуры – одно из приоритетных направлений послания президента Нурлыжол «Путь в будущее». Это возможность привлечь инвестиции и создать еще больше рабочих мест, считают североказахстанцы. По мнению кандидата исторических наук Сабыра Ибраева, в нашей стране много живописных мест, которые вызывают интерес у иностранцев. И чтобы увеличить поток туристов в регион, необходимо привести в порядок транспортные магистрали и улучшить сервис. Большое внимание президент нашей страны уделил туризму. Мы сейчас находимся в век информации, век, значит, туристических маршрутов. Многие, даже граждане нашего Петропавловска, Северо-Казахстанской области, сейчас уезжают за рубеж и видят, как в сфере туризма привлечено очень много людей. А наш Казахстан богат своими прекрасными местами.